победы, да. Анекдот. У меня старшая сестренка по всей вероятности здесь расстояние тройник. Сделайте.
и приятного вечера. Мое слово за вами. Живая, не менее живая, чем первая часть нашей встречи.
Теперь о том, о чем же писатели пишут, о чем они пишут. Вообще, как мерить, да, кто написал современные писатели, где их брать, где, на кого ориентироваться. Сейчас в России есть один и главный механизм, который фильтрует самые громкие, самые известные, самые успешные книги, хотя иногда они не такие уж успешные, а просто талантливые. Это премии. Это премии. И этих премий две основных сегодня. Это премия «Большая книга», я имею в виду премии, связанные с художественной литературой. И это премия «Букер». «Русский Букер». Обе премии достаточно уже с длинной историей. «Букер» вообще появился в 1991 году на заре перемен. Была первая негосударственная премия в России. И был большой ажиотаж по этому поводу. И сегодня, надо сказать, эта премия тоже осталась одной из самых достойных, независимых. И вот такая связь с Британией как-то хорошо повлияла на «Букер». Мне кажется, мы, в общем, всегда можем на нее ориентироваться, хотя и там бывают странные выборы, как и всегда в премии. А вторая премия – это премия «Большая книга», которая гораздо более широкая, гораздо более прогосударственная, но тем не менее и она пытается отбирать то лучшее, что выходит в свет, и достаточно успешно. И многие из тех, кого премирует «Большая книга», выходят, становятся авторами бестселлеров после того, как премии их наградят. Мы знаем, что этого недостаточно. Мы знаем, что случаи, когда премия не изменяет серьезно жизнь автора. А с «Большой книгой» обычно этого не происходит. И вот это то место, где можно сегодня искать современную литературу, по крайней мере, ну, вот ее слитки. И что же мы видим, когда мы заглядываем в тех лауреатов, которых награждают эти премии? Мы с изумлением наблюдаем все одно и то же. А именно, что последние уже долгие годы оказываются финалистами премии. А финалисты – это не один, два, три человека, это 6, 10. Авторы исторической прозы, авторы сочинений, посвященных нашему историческому прошлому. Думаю, давайте просто заглянем победителей, например, прошлого года. Их было трое. «Большая книга», и все имена вам хорошо известны. Третье место заняла Людмила Улицкая с романом «Лестница Якова». Это роман, который на две трети примерно состоит из документальной прозы. Собственно, это письма и дневники ее деда Якова Осетского, Людмилы Евгеньевны, которые она решила вот опубликовать с купюрами, но без изменений. Сейчас, ну, довольно честно опубликовала из всяких искажений то, что уже было написано. Это его дневники, которые он вел в юности, в Киеве, на рубеже 19 и 20 века. Это письма, которые он писал бабушке. Любовь к ней он сохранил в течение всей жизни. И в отличие от нее, которая его в итоге оставила, ну, потому что он слишком долго провел в лагерях. И это добрые две трети романа. И одна треть романа, ну, условно бы, для того, чтобы как-то улыбнуться все-таки современному читателю, посвящена уже современной женщине, очевидно, с такими угадываемыми автобиографическими чертами, истории ее любви. Вот Улицкая. Очень похоже устроен роман, второй победитель «Большой книги», роман «Авиатор» Евгения Водолазкина, занявший второе место. Это роман о человеке, который был, ну, допускает такое фантастическое, делает допущение Водолазкина, который был заморожен в лагере в 30-е годы и оказался в 90-е. Здесь и этот роман наполнен его воспоминаниями главного героя Иннокентия, который вспоминает о том, как прошло его детство, какие тогда были запахи, как ездили в конки
по улицам. И с изумлением одним как бы внутренним оком смотрит главный герой в прошлое, а внешним то настоящее, в которое он попал, оно его совсем не радует, странно. Люди говорят, странно себя ведут, теряющийся и уже почти не знакомый язык русский. И опять же, роман наполовину написан о прошлом, очень давнем, начало 20 века, и наполовину о не слишком давнем прошлом, 90-е годы. Но никак не 2000-е, никак не 2010-е. Ну и что говорить о лауреате, о первом месте, о «Зимней дороге» Леонида Юзефовича. Это документальное повествование о гражданской войне и о сшибке, о такой битве двух лидеров. С одной стороны, Красного движения, Строт, а с другой стороны, Беляев, белогвардеец, анархист, мечтатель, желавший поднять Сибирь и победить Красную армию. Ну, ничего, естественно, у него не вышло. И вот эта книга «Зимняя дорога» разделена как на две части, и постоянно наш взор перемещается с одной судьбы на другую, с красного на белого, с белого на красный. И в итоге все превращается в какую-то странную такую метель розовую, где нет правых и виноватых, где нет правых и виноватых, где оказывается, что убивают все, жестокости допускают все, так же, как и благородство, и доброту, и мягкость, и любовь. И, по сути, Юзефович хочет именно это, как кажется, сказать, хотя он избегает такой прямолинейности в своих ответах в интервью, но это прямо следует из его романа, что не те, ни другие, те и другие, как хотите, верните. Но это уже чистая история, это уже чистая история. Делаем шаг назад, в прошлый год, попадаем на роман «Лауреат», Зулейха открывает глаза, Гузель Яхина, о этой истории, о татарской диаспоре, которая оказалась выслана, о главной героине татарки, которая оказалась в семье, и как она там живет и выживает с другими людьми. История, историческое прошлое. Захар Прилепин, обитель. Тоже историческое прошлое, лагеря, Соловки, ну и так далее. И здесь нет ни подтасовки, никакого подлога, да, это правда так. Наши авторы прям пишут про прошлое. Вот финалисты большой книги этого года. Я большинство из них не прочитала, но я тем не менее их назову, потому что это тоже замечательная статистика. Финалисты большой книги этого года, 12 человек, и смотрите, о чем они пишут. «Тайный год» Михаил Пикулашвили. Книга о эпохе Ивана Грозного. «Петров в гриппе и вокруг него» Алексей Савин в Екатеринбург. Это единственный роман о современной жизни. Лев Данилкин, «Пантократор», Ленин. Да, «Пантократор солнечных пылинок» о Ленине, биография. Игорь Малышев, роман «Номах», об ужасах гражданской войны. Андрей Рубанов, роман «Патриот», герой наш современник, но он хочет из этой современности бежать, чтобы пойти воевать. Алексей Слабовский, «Неизвестность о истории семьи на протяжении 20 века», начиная с начала 20 века, с 17 года, кончая сегодняшним днем. И Шамиль Идиатулин, «Город Брежнев» о эпохи застоя, о временах его детства. Словом, мы с удовлетворением видим, что подавляющее большинство современных авторов, не все, исключения есть, их действительно очень мало, с какой-то поразительной настойчивостью и единодушием, хотя это совсем разные писатели, у них разные вкусы, у них разные интересы, у них разная система взглядов. Улицкая, Водолазкин и Юзефович — это, вообще говоря, три вершины треугольника и очень во многом не похожи. Как может это быть? Почему? В чем дело? И прежде чем ответить на этот вопрос, заглянем, чтобы легче на него ответить, а что творится, ну скажем, там, где литература шествует очень мощно,
расправив плечи, активны в Америке. И мы видим, что в Америке пишется роман за романом. В США, я имею в виду, это толстые, очень хорошо сделанные романы технично. О чем, как вы думаете? О современности. Они о современности. Ну, глянем быстрым, да, взглядом, скажем, один из самых известных, наверное, может быть, самых лучших современных американских авторов, Джонатан Франзен и его роман «Поправки», и его последний роман «Безгрешность». Это романы о современной Америке. То, как живут современные люди, как они разговаривают, как они любят, как они страдают. Но это про сегодняшнюю Америку, которая сейчас за окном там. Другой роман, страшно нашумевший, не знаю, насколько этот шум достиг вас. Это роман японского происхождения писательницы, впрочем, американской, Ирины Гихары. Ирина Гихара ее зовут «Маленькая жизнь». Это роман о Нью-Йорке, о четырех друзьях, которые живут в 2000-е, и как они показывают там, как они постепенно взрослеют, как они друг с другом соприкасаются, эти четыре товарища. Это архитектор, это юрист, это художник и это актер. И это современный Нью-Йорк, очень плотный, очень разнообразный. Эти друзья ходят на вечеринки, встречаются с девушками не только, а и с юношами тоже. Устраивают выставки, меняются, растут, что-то читают, обсуждают. Окружены они огромным количеством людей. И вот за этой густонаселенной жизнью, нью-йоркской, страшно любопытно наблюдать. Мы вообще такой густоты, она нам и не снилась. Такая густота и такое разнообразие. И тут я вижу первый, может быть, ключик к ответу на этот вопрос, в чем же дело, почему американскому автору интересно описывать свою современную страну, город, города, а русскому нет. Ну, еще заглянем в еще один тоже бестселлер, невероятно нашумевший 2 года назад, это «Щегол Дон и Так». Это опять история о современной Америке, мальчик. Сначала в Нью-Йорке главный герой, затем перемещается в Лас-Вегас, и там все города и едет сквозь Америку, и вообще Америка описана узнаваемо до каждой пылинки. И предметы, и разговоры, и интерьеры — это все сегодняшняя Америка. Почему русские авторы не хотят? Я предложу только несколько. Вероятных ответов. И ясно, что это не все. И все они будут в порядке важности, а будут в порядке абсолютно хаотических эти ответы предложены. И вот мне кажется, одна из разгадок, вот это невероятное разнообразие той жизни, ее многоуровневость, ее многоструктурность и ее в итоге свобода, потому что герои и Джонатана Франзена, и Дон и Тарт, и Ирины Гихары перемещаются по огромному, сложно устроенному обществу. А писателю интересно не плоскости описывать, правда, не ровную снежную пустыню, ему интересен объем, ему интересны линии, да, ему интересны пересечения, ему интересен узор, социальные узоры в том числе. Ну, это важно. Вот это разнообразие – это один из магнитов, который есть там, а у нас что? Что разве у нас нет такого разнообразия в российской жизни? Оно есть. Но оно, во-первых, не такого масштаба, а во-вторых, оно все время дергается. И это второй предполагаемый ответ на вопрос, почему наши авторы не пишут о современности. Наша жизнь по-прежнему лишена стабильности. Мы живем под собой не чую страны, точнее чую, что она все время движется. И автор, любой писатель, это я знаю хорошо из собственного опыта, устроен так, как и художник. Ему нужно, чтобы натура не двигалась, да? Недаром натура сажается на стульчик и просит ее поменьше.
крутить головой и махать ручками. Иначе ничего не нарисуешь, она должна замереть. И вот это вот замереть в русской жизни нет. Все постоянно, постоянно в изменении. И это абсолютная нестабильность, и политическая, и культурная, и экономическая приводит к тому, что этот мир трудно запечатлеть в краске, в слове. Это вторая причина. Третья тоже, как кажется, более очевидная, поэтому я ее оставляю подальше и напоследок. Это, конечно же, не проясненность отношений современного русского и писателя, и читателя со своей историей. Наша история слишком много раз переписывалась. Наша вот эта нестабильность, которую мы наблюдаем в современной русской жизни, а эта же нестабильность господствует и в отношениях с историей. Да? Слишком многим событиям по-прежнему не дано ясных этических оценок. Попросту говоря, не сказано, что же хорошо и что плохо. Не сказано на официальном уровне. Было. И в итоге писатели, как это и часто было в России, практически постоянно берут на себя функцию, которую брать не должны. Они пытаются объяснить, что было. Они пытаются разобраться, где было добро и где было зло. С разной степенью успеха. Да? Вот Юзефович Леонид скорее пишет о равной вине за кровь, которая пролилась в 17-м году, в 18-м во время гражданской войны. Но это мы сейчас не говорим, да, о том, насколько он прав или не прав, а мы говорим о том, что эта тенденция понятна. Да? Писатели пытаются разобраться с русской историей, они пытаются разобраться с какими-то самыми болевыми точками. Конечно, и недаром эпоха Ивана Грозного здесь возникла в одном из романов, и это не единственный текст, посвященный тоже историческому далекому прошлому. Вот сейчас очень известен и многими любим, действительно профессиональный, очень хороший писатель Алексей Иванов, который посвятил свой последний роман эпохе Петра I. Это табу, вторая болевая точка, да, Петр. Ну и, конечно, Сталин, репрессии, о которых говорить не переговорить, да, обсуждать не переобсуждать. И к ним тоже постоянно возвращаются все. Понимаете, когда действительно там Улицкий, Юзефович и Водолазкин, и двое из них, Улицкий и Водолазкин, говорят о репрессиях. А в прошлом году Яхина, а в позапрошлом Прилепин, да, и так далее. То есть это непонимание, это не ясность, это смутность в оценках исторических процессов, в общем, относительно недавнего прошлого. Живы, да, еще те, кто все это помнит, приводит к такому болезненной притягательности для русского автора исторической эпохи, а не современной. Кажется, что вам современный автор, по сути, говорит: отстаньте от меня, не трогайте меня, я должен сначала разобраться со своим прошлым, и тогда я смогу писать о том, что происходит сегодня и сейчас. Конечно, у этого правила, как я уже говорила, есть исключения. И есть писатели не только тех, что я уже назвала, кто пишет о современности, но и есть, по крайней мере, еще два автора, которых я еще не называла. Это Сорокин Владимир Пелевин, которые пытаются говорить о современности, но это разговор на языке памфлета, на языке абсурда. Это все равно современность, описанная через искаженное стекло. Стекло жанра. И еще мы встречаем современность в изобилии в таких книжечках с мягкими обложками, женских романов, детективов. Там тоже есть современность. Но это нишевая литература, это литература, которая не осмысляет сегодняшний день, а просто его фиксирует, использует как удобные декорации для рассказывания о увлекательных историях. Кого вы имеете в виду? Донцову? Да, современные женские детективы, например, конечно. Если любовные романы, там Екатерина Вельмонт, это тоже большой. Это тоже женские романы. Маша Траук, это современные романы о сегодняшней жизни, но в отличие, может, я слово надо поставить,
кавычках, а может быть нет, от такого большого русского романа у литературы с, ну, нишевой беллетристики нет задачи осмысления. У той литературы, которая ставит перед собой задачу понять, как все устроено, и объяснить это читателю, им не до современности. Они по-прежнему смотрят в прошлое. Ну, примерно так. При этом, если говорить о сегодняшнем, дне, наверное, этим я завершу эту маленькую часть свою, то мне кажется, одно очень любопытное направление в современной российской, по крайней мере, московской жизни, о которой я могу судить изнутри, мы наблюдаем. И это то, что станет приметой вот этих лет 2017, 2016, 2015, потому что последние 2-3 года это явление наметилось. Какое? Люди с огромным интересом погружаются, приобщаются к самым разным просветительским проектам. И, возможно, вы об этом уже слышали. Лекции, ну, скажем, о философии Гегеля, да, казалось бы, где философия Гегеля и где современный человек. Вот приезжает известный философ, рассказывает о философии Гегеля, и зрительный зал набивается до отказа, 300 человек. Замечательный проект «Арзамас» просветительский. И все лекции, которые организует «Арзамас», есть в сети, наверняка вам известны, тоже в высшей степени успешны. На этом же фоне процветают творческие школы. Моя только одна из многих. Есть и другие литературные школы, есть и художественные школы. Люди идут заниматься творчеством, идут самореализовываться так, в такой форме. И вот это настоящее цветение, его несложно связать с политической ситуацией, но это вы сделаете без меня. А я просто отмечаю это как тенденцию и сама стараюсь не забыть, потому что так не было. Вот такого и такой любви к просветительским лекциям, и платным, и бесплатным, такого количества разных проектов, которые эти лекции поставляют, не было. И это произошло последние год, 2-3. И у этого есть спрос, и действительно толпы приходят. Это очень любопытно и скорее отрадно, да, потому что не бары набиваются молодыми людьми, а лекционные залы. Ну, на этом моя первая часть закончена. Может быть, я не знаю, может быть, сначала я послушаю вопросы к тому, что было сказано, а затем почитаю. Разве у нас это богатство? Вот я вижу, что один. То есть все, что я говорила до этого, было не слышно, да? И в этих клинах. В этих клинах кивали. Частично. Хорошо. Вот есть один вопрос, а есть второй. Кто из вас первый? Ну, пожалуйста. Добрый вечер. Вот вы говорили, сравнивали американского читателя и российского читателя, так? Писателя, да. Но поймите, что американский читатель в основном это потребитель современного мира. И его прошлое, наверное, не так очень интересует, как российского читателя, поэтому современный писатель, он не вдается в современность, поскольку телевидение идет впереди и освещает больше современность, и автор не успевает. Он не предвидит будущую современность. Это раз. Второе, время делает автора вот вопрос, или автор делает время, которые он ощущает. Поэтому не все могут это вот сейчас преподнести, современность. И затем, вы говорите, вот задача литературы делать в две стороны. А вот
темные стороны нашего бытия, как вот оно осветится? Я ни разу этого не сказала. Вашей вот той, которой есть реклама, там говорится, просто я вперед захожу. Понимаете? Извините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Первый вопрос о том, что писатель не успевает говорить о современности, потому что у него есть конкуренты, а именно телевидение и СМИ, которые немедленно зачитывают то, что было сегодня, да, куплите, газите, все мы знаем это, но в том-то и дело. Ну, мне только остается повторить то, что я сказала, что тем не менее, при всем в том, что современный мир сегодняшний мир описывать сложно, потому что он так легко не дается, он не закончен, он текуч, он продолжает двигаться, и в Америке тоже, не только в России, но в России просто еще и дернется. Тем не менее, в Америке американские авторы, их это не смущает, ни телевизор, ни СМИ, и они продолжают описывать сегодняшний день, а русские авторы от него отворачиваются. И что им мешает, большой вопрос. Понимаете, там есть помехи, там это не помеха, ни телевидение, ни СМИ, а у нас помеха. Не слишком логично. Второй вопрос был о том, кто делает время. Очень хороший вопрос. Я думаю, что гении делают время, конечно. Мы жили в одно время с Блоком, мы жили в одно время с Маяковским. Это великие современники кого-то, кто потом напишет о них воспоминания. А люди менее яркие, менее блистательные, сами подчиняются времени. Но, как мы знаем, и гении тоже совсем уж избежать вот этого потока времен тоже не могут. Все равно их подхватывает поток и несет. И даже те, кого я назвала, Булки и Маяковский, все равно были во многом подмяты свои. Рада, что вы к нам приехали. У нас очень много читающих, любознательных. Я здесь представляю клуб книголюбов. Мы 7-й год собираемся, книги многие обсуждаем, мы уже обсудили, ваши еще не обсуждали. И вот у нас впереди в сентябре фестиваль детских книг. И в связи с этим вопрос. Как вы считаете, какими качествами должен обладать именно детский писатель? Потому что многие из нас из своего детства до сих пор еще цитируют Маршака, Агнию Барто и так далее. А вот среди современных детских писателей не находят для своих детей, так сказать, что-то такое вот захватывающее. Вот кого бы вы могли назвать? И второй вопрос. Почему вы так вот... вообще и детская литература, и, как нам кажется, и детское кино в таком плачевном находится виде. Ну, сейчас пока не находят. Вы имеете в виду российское? Да, да, не находят вот родители. Спасибо. Вы знаете, вот у меня есть 8-летняя дочь. Мы справляемся так с изучением современной детской литературы на русском языке. Мы устраиваем день рождения, а поскольку класс у нас очень симпатичный, интеллигентный, то все нам дают книжки. И так я обнаруживаю для себя огромное количество современных авторов, детских, они все переведены. 99% – это скандинавы, особенно много у них замечательных, и у норвежцев, и у шведов писателей, может, так исторически сложилось. И совсем немного российских, и российские почему-то в основном нам попадаются стихи. Марина Бородицкая или ее муж, Григорий Кружков и так далее. Почему так? Ну, во-первых, хочу сказать, что все-таки современные, переведенные авторы замечательные. При этом ничего особенного вот в этих книжках нет. Это всегда какие-нибудь веселые истории там, о мальчиках, о девочках. Всегда они с юмором написаны, очень профессионально сделаны, с завязками-развязками, с разными улыбками и напряжением растущим. Словом, читателю не оторваться. Они мастерски сделаны, эти книжки. И я думаю, причина тут очевидна, она экономическая.
в Европе существует огромный книжный рынок. Детский рынок – это часть этого большого книжного рынка. Когда писатель детский пускается в плавание в Европе, он уверен, он знает, что после второй книжки он уже может быть уверен в себе, потому что если первые две хорошо продались, были популярны, известны, любимы, то третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, вот такая же судьба ожидает. И поэтому почти все эти книжки тоже серийные, это очень часто история из книжки в книжку переходящая. Этих авторов поддерживает их рынок. Им интересно и приятно писать качественные профессиональные книжки, потому что они знают, что они будут куплены и дадут им возможность существовать. У нас такого мощного рынка нет. Наши книжки не кормят авторов. И поэтому все равно детская литература существует, но у нее гораздо меньше стимулов развиваться. Это всегда, значит, предполагается, что должен быть автор свободное от работы время, находить какие-то ночные часы и тогда сочинять, да, в России. Это одна из причин. Это одна из причин, экономическая. Она довольно серьезная, даже если до сих пор нам не приходило это в голову. Есть и менее очевидные, но тоже безусловные, это, конечно, опять же, все-таки в течение 70 лет, 80 создавалась целая цивилизация, Советская империя, которая, да, на волнах которой родилась и очень специфическая детская литература, в том числе замечательные тексты, а сегодня ставшие уже классикой, Чуковский, Драгунский, Носов и так далее, их имена хорошо известны. И теперь цивилизации той нет, Атлантида та ушла под землю, то есть под воду. А как я уже говорила в первой части своего сообщения, когда нет стабильности, когда нет покоя, писать очень трудно. И писать о современных мальчиках и девочках, живущих в городе Москва, сложно. По тем же причинам, почему сложно писать о современных людях, современным авторам. Хотя исключения здесь есть, и есть замечательные детские авторы. И мои дети прочитали все их книги, обожают их. Жвалевский и Пастернак их зовут. Которые... Еще раз. Жвалевский – это муж и жена, и Пастернак. Он и она. Фамилия литературная, но не связана с Борисом Леонидовичем Пастернаком. И это прекрасные, качественные детские повести, которые не стыдно дать детям, которые учат хорошему, доброму, и, а детям это не лишнее. И вот есть и менее известные авторы, но они растут потихонечку. Я думаю, что уже поколение детских авторов уже практически подросло, и первые книги их уже вышли. Просто они еще недостаточно известны. Но скоро, еще через 2 года встретимся, и я уже больше уверенностью назову их имена, потому что они есть. Вот они там сейчас 30, 32, 33, они пишут детские книжки, это хорошие детские книжки, но они еще мало взрываются. Но все-таки вот кандидатура, чтобы вызвала ажиотаж Гарри Поттера, пока такого нет. Ну, такая была одна, и то в Италии. И это не случайно, потому что все-таки британская литература, наверное, первая в мировой. Я не знаю, что еще. Ну, хорошо, не будем расставлять по рейтингу. Но, словом, было из чего строить это повествование Роулинг из какого-то строительного литературного материала. Да, она же, как известно, действительно очень активно, очень сознательно использует имевшиеся образы, традиции, мотивы и строит из них совершенно оригинальное произведение, но «Мальчик-сирота» — любимый герой английской сентиментальной литературы, например. И в этом смысле за ее плечами тоже стояла поддерживающая традиция, поэтому это рождение не случайно. Давайте последний вопрос, а потом я почитаю, а потом мы продолжим. Это Георгий Почуев. Я хочу спросить, Майя, вас вот о чем. Ваше мнение о популярности современных вот
как вы сказали, просветительских таких вот мероприятий, программ, вот, и куда уходят корни, какие причины, если вкратце сможете сказать. Спасибо. Немножко шире, просветительство – это ведь публицистика? Не только. Значит, просветительство – это все. А что я имела в виду? Я имела в виду именно особого рода просветительство, такое активное, лекции на любые темы, о чем угодно, о средневековом градостроительстве, на самые экзотические темы, о геноме человека, о живописи китайской, 17 века. То есть здесь поражает, что темы этих лекций могут быть сколь угодно далеки от сегодняшнего, да, современного человека, и тем не менее человек туда идет. А есть, конечно, целый такой цикл лекций, целый проект «Синхронизация» называется. Это цикл лекций о литераторах Серебряного века. А есть у нас прямая речь, лектории, опять же, чрезвычайно популярный, платный, люди туда идут, где, конечно, вам известно, где один из основных лекторов Дмитрий Быков, и он читает лекции обо всем. В первую очередь все-таки о литературе 20 века, но вот недавно я побывала на лекции его про Twin Peaks, например, про новый сезон Twin Peaks, где он очень интересно размышляет об этом, то есть, по сути, о современной культуре. Это раз, но вместе с тем само внимание к литературе такой научно-популярной давно уже цветет в России, и это уже, наверное, лет 10 как литературный нонфикшн, любимо, читаемо, опять же, много очень переведенного всего, и своего. Есть замечательная премия «Просветитель», которая премирует лучшие из книг на ниве просвещения возросших. Это всегда книги и по математике, и по биологии, и по литературе, и по архитектуре, самые разнообразные. То есть, если вдруг кому-то из вас захочется почитать что-то научно-популярное, можно просто посмотреть, что «Просветитель» наградил в последние годы, и сориентироваться, потому что этих научпопульских книг огромное количество. Ну хорошо, давайте дальше этот вопрос припасем. Да, сейчас мама почитает, а потом мы продолжим. А потом уже будем только говорить, ни на что не прерываться и прочее. Вы знаете, когда автора, спасибо, спрашивают про его книги, написанные 5-10 лет назад, с удовольствием, конечно, отвечает, но всегда про книги, давно вышедшие, есть ощущение, что это выросшие дети. Это выросшие дети. Ну что могу сказать, как ваш сын? Дыбов, 34 года. Как-то сразу вопросы отпадают. И с тем большим удовольствием и почти наслаждением ты говоришь о книжках, которые вышли только что. И я сейчас хочу как раз из такой книжки почитать два фрагмента. Она называется, эта книга «Ты была совсем другой», это рассказы. У нас рассказы как-то всегда проигрывают по отношению к роману. Романы все хотят читать, а рассказы нет. Хотя, ну, не буду реабилитировать рассказ. Мне кажется, это тоже очень достойный жанр и очень емкий. И многое можно сказать именно в рамках этого жанра. Я в этот сборник, ты была совсем другой, включила рассказы очень разные, в том числе про современную жизнь. И, кстати, когда я говорила о современной жизни и о современных людях, которых не очень любят описывать нынешние авторы, я вынесла на скобки жанр рассказа. Вот в рассказе современники наши появляются. Им как-то там уютнее, в этих маленьких комнатах они могут быть, а в больших текстах им неуютно.
Я прочитаю рассказ, как я всегда говорю, когда я даю эту книжку подружкам или женщинам. Это рассказ для мам. Потому что он отчасти автобиографический, только отчасти, много-много чего изменено. Он рассказывает о том, как переживает, что чувствует героиня, которую покинула ее дочка. А дочка уехала учиться за границу. И, начну вот отсюда. И вот оно, как оказывается, бывает, когда старшенькие вылетают из гнезда. Хотя на самом деле и того хуже. То, как Глаша уехала, был отдельный прощальный ее номер. Раз, другой, Вера, главная героиня, ей повторила, как будто рассеянно, глядя мимо. Надеюсь, ты не забудешь убраться перед отъездом. Надеюсь, оставишь здесь все в полном порядке. В последнее время Глаша убираться у себя перестала вовсе. На полу лежали то носок, то вывернутые трубочками наизнанку джинсы, то бумажный носовой платок, мятый. В предотъездный месяц, готовясь к сессии, дочка и вовсе перестала заниматься, и вовсе переехала заниматься на кровать. На столе высились книжные и тетрадные горы, завалили клавиатуру и до подбородка компьютер. Ничего, вместо него был теперь у Глаши MacBook, щедрый подарок родственников на совершеннолетие. В суете, в коллективном закрывании чемодана, под неостановимый сеанс с Максимом, который постоянно прощался с Глашей, это ее отец в отъезде, подключаясь из австралийского далекого подкоха, трех дочкиных друзей, один был с зелеными волосами и железной серьгой, другой щупленький, с кулачком вместо лица, зато в очках с черно-оранжевой пятнистой оправой, и любимая подружка человеческого вида. За возбужденными уточнениями, положен ли паспорт, где конверт с деньгами, сквозь последние звонки родственников, Вера не заметила, что там с комнаты, убралась ли? Но, вернувшись из аэропорта, отплакав сдержанно на заднем сиденье такси и слепо, с непонятным чувством войдя к Глаше, застыла. Порядок в комнате был идеальным, действительно полным. Бежевое покрывало натянуто, как в казарме, ни складочки. Только розовый уголок подушки без наволочки чуть торчит. Непривычных зверят, ни книжных завалов на столе. Стены, на которых висели ее рисунки, постер с двумя обнимающимися обезьянками, мама и выросшая дочка, Тимкина жар-птица, подаренная Глаше на день рождения, светло-голубые, голые. На столе тоже оголившийся компьютер, под черной клавиатурой вырванный белый листок в виде ромашкового овального лепестка, пустой. Но где же тетради, книги? Она открыла ящик стола. Мертво, аккуратно лежали в древнем металлическом пенале. Вместе покупали не для школы, для кружка по астрономии. Ручки, карандаши, ластики и не бумажки. Распахнула шкаф. Только тихо качаются вешалки. Ни блузочки, ни футболки. Ряд голых плечиков, скелетов живой одежды. За другой дверцей пустые полки. Ни носка, ни шарфика. Неужели все увезла с собой? А варежки? Там же не бывает нормальной зимы. И все шапки. Или раздала девчонкам. Они шли и шли, вереница ее провожать все последние дни. А обувь? Зимние сапоги. Вот здесь, внизу шкафа, наваленной пыльной кучей, обувь лежала всегда. И невозможно было не расчихаться. Но не было и обуви. Когда? Куда? Она все это выкинула, подарила, не спростясь, не посоветовавшись, как всегда в последнее время. Я уехал. Меня больше тут нет. Я была, а теперь отбыла. Вот что сообщала ему Глаша. Без двусмысленности, без лишних вскрипов. И суть слова «отбыла»
вдруг открылась вере во всей режущей жути. Когда умерла мама, было не так. Тоже страшно больно, и голым оказался мир, и она сама. Но от того лишь, что последние годы жили они в разных городах, или что мама действительно превратилась в одуванчик, безобидный, не обижающийся, почти бессловесный, и из вдруг раскрывшегося провала в небе, куда унеслась вместе с майским сквозняком ее душа, палил свет, ощущение близкого до шевеления волос на голове присутствия невидимого мира и почти блаженства затопило веру. Такое явственное скопление тысячи тысяч душ ее, вопреки всему, развеселило, и выносимой оказалась скорбь. Перед лицом маминого ухода ее, Верина, жизнь не казалась бессмысленной, пустой, напротив, каждая минута налилась плотью смысла, потому что была подсвечена открывшимся другим миром. И несколько недель она жила этим смыслом, питаясь. Но, возможно, дело было в том, что мамина смерть не отменила ее жизни. Наоборот, подтверждала, что ее-то жизнь продолжается и будет еще длиться долго, спокойно, уверенно. Мама распахивала ворота. Дочкин отъезд их затворил. Просунул сквозную дубовую палку, не пошевелить. Глажено отбытие значило, жизнь не продолжится, жизнь позади. Потому что главное в ней уже прожито. Жизнь прошла. Никогда больше Вера не родит детей. Никогда не поедет в Коломенское на рынок детской одежды и не будет бродить меж рядов с ползунками, с линявчиками и комбинезонами. Не прижмет к щеке цеплячий чепчик в горошек, сладко предвкушая. Занятия для беременных, специальные упражнения на коврике каждый день, мучительно долгие роды, животная боль и непонятно откуда взявшаяся маленькая лохматая девочка с черненькими волосами. Никогда. Глашенное явление в свет сопровождал громовой фейерверк, салют. «Всех наша дочка победит», — шутила акушерка. Это был теплый вечер Дня Победы. Тогдашний муж из самых упертых новобранцев, быстро растущего в 90-е православного войска, настоял назвать дочку по святцам, Глафирой. 9 мая праздновалась не только Победа, но и День Девы Мученицы. Рядышком на расстоянии всего дня двух были Анастасия, Мария и Анна, но он уперся в день дочкиного рождения, Глафира. Вот, спасибо, это одна история про современную жизнь. И другая, это кусочек, конечно, а другую буду, это рассказ маленький, но, наверное, я все равно его буду фрагментами читать. Он совсем в другом духе, совсем в другом роде. Он называется «Речь». И, открою секрет, он написан от отца человека, который живет, русского эмигранта, в 1934 году, работает на КВЖД, а бывший поэт, ну, чтобы было яснее. Сегодня снова подумал, довольно бояться. Так ли страшна тюрьма, как малюют глаза страха? И разве неизбежно? Кузнец из паровозного депо, коричневый, неторопливый, в четких движениях инженер, криворотый колчаковец, хлебопек, студент с юридического, земский доктор из-под Казани, директор магнитной обсерватории, слесарь со стали литейного, хлопец-плотник с Полтавы, диакон с Подкуйбышева, село Высокий Оселок, агроном из Академии, эстонский мукомол, все рядом, бок о бок, черных рассказывал, и все говорят. В каменном котле бурлит, лопается пузырями сладко-горькая, пахучая, варево родимой речи. Я забился на самые дальние нары и слушал. В плеске разговоров жил, ноздрями глотал испарение, птичек междометий хватал на лету и ощущал шебуршание их щекот по ладони, ядреной мужицкой шуткой давился, задыхался в едких клубах ругательств,
вплыл в прохладные голубоватые лекции о скрещивании сельскохозяйственных культур, чтобы не свихнуться. И такое там читаю, знаю. По латальному лепету хлопца, что покинутой больной матери убивався, мерной молитве с потаенным взвывом дьякон Громила внимал, от всхлипа эсеровского уклонялся. Товарищ ловил кулак, как муху, не глядя, кидал на пол, подумаешь, пусть. Вздрагивал оглая охраны и, отделивши лай, снова клал словесную мякоть на себя, размазывал по векам, вискам, шее, заросшим соскам, животу, горкой на пупок, жидкая грязь торных путей, трактов, сельских дорог, лесных троп. Колени изголодались, плачут. Вот вам, коленочки, поешьте. Говор окующий волжский, крестьянский напев, рафинированный изысканный, жидовская торгашеская сю-сю-сю, новоязовская остроугольная немое, обозленная люмпиновская, все вместе. Всех хочу локать ладонью, ловить в уши. Так однажды на Азовском море, обмазываясь с тобой на озере, случайно обретенном, как ты хохотал благодарно, чуть на подъемах смеха повизгивая, никогда такого раньше не слышал, и робко точно тайком трогала меня. Вроде ж можно, мажешь же, я тебя. Ты замирала, потом глядела на фотографии перед отъездом, брать не брать, взяли и не довезли. Искупавшись, нырнув с головой в бездонье, я обрел бы силу, облегся в броню. Я бы стал непроницаемый Зигфрид. Кто я ныне? Конторщик. Зябкий кленовый лист, прилипший меж лопаток истории. Будь проклята эта большая буква, весь уязвимость, насквозь зол. Ни в эмигрантских русских газетах, ни даже в воскресной школе не нашлось места бывшему петербургскому литератору, беспечному денди и пустозвону. Заполняй теперь таблички, вставляй проценты. Спасибо не заставляют учить китайский. Да чего ж? Кавычки иероглифы вселенная, жолобов кончили пошли, из него цитата. С закрытыми глазами все чаще пытаюсь представить, вообразить, как, говорил отец, как рассказывал про Эркеля, за комары, как мать меня утешала, как баюкала нянька, какими словами. Забыл, ничего не помню. Насилую память хоть кроху, любое слово. Ласковое, дрянное, это самое поганое, другое. Но всплывает прямо колко одно, сука. Через долгий пробел, суки, и колет язык, и дерет горло. Забираюсь под стол, единственное место в доме, если только этому можно назвать, домом. Но что-то давит в бедро, господи, книжка, брошюра в пыльном углу. Название брошюры, киоск, нежность, реальная такая есть книжка. Моей же заброшенной сюда рукой. Вот за что? Отчего не выбросил ее тогда же, ни шок, ни медленно? Дарственная надпись «Раскоряга и якоря» и неловко выбросить. Удобней осквернить нечистью угол. Отпустите из киоска нежности, спасите от музыки боль. Затекают легкие, травят. Говорят, Фофанов хотел назвать книгу «Змея под розовым пеплом». Говорят, говорят, да все не то, не так, блекло. В сиянии тают тени, речь не развивается, речь не движется. Студень, когда-то бывший бульоном душистым, с перчиком, петрушкой, так варила бабушка в доме, и холодеющий, и утрачивающий по кубикам аромат безвкусно, скользко, гадко, не отплеваться. Перестал ходить на их встречи, там не речь, повабленные киоски. Речи русской нужен север. Не здешний ветреный промозглый холод, а свой, степь, лес, полянки. Но главное – снег. Снежок. Вот и кота так назвали. Да убежал кот, пропал влажной весенней ночью. И с тех пор никаких котов, никаких напоминаний, только воспоминания. Пропускаю немножко, Кремхильда все нудит. Да ведь и тут снег, и тут скрипит. Я не удостоиваю, молчу. Не так, не так скрипит. Даже Пасху празднуют. Вот, гляди, писанки. Все как так. Все иначе. Римочка, замкни уста. Ни слова. Дальше начинает бешенство бить книжный шкаф. Вываливается
Книжка, и она решает открыть. Нитки из корешка, болотная бирюза, обложки с утонувшим в ней именем. Раскрывается в желтой середке, дышит горьким миндалем, яблочными семечками, незабудкой. Гляжу, цитата. Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит: свистни скорее живейного извозчика, поедем к часовщику. Живейного. Глоток. Наконец-то. Перевеснул, кавычки. Значит, не миновать чему-нибудь случится. Он один не будет, а снег, как назло, еще сильнее повалил. Идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь. Бело и мокро. Все облипшее. Белый мокрый шляк. В самую утрень. А сел на стул, еле жив. Утомился, упрел. Самая жара, июнь. Но простокваша. Прохлада погреба провела по щекам. Шурочка, принеси-ка. Ступай осторожно, не оступись, последняя ступенька выщербилась. Из горшка переваливаем в деревянную миску. И вот холодная, густая, слоями снимает деревянные ложки. Кто? Чья рука держит ложку, крепкая, загорелая? Няня? Так под простоквашу и сам не заметил, что давно скольжу, пританцовываю по окскому льду, скрываясь от орловских подлетов. Подход вор, наметчик. Никогда прежде этого не читал. Да чем? И живее стало на сердце. Желейный извозчик и простокваша растормошили, расквасили. Пойду прогуляюсь по родным местам. Римочка, не голоси. На этот раз вернусь свежей утренней розы. Как-никак, а и мы оттуда. Детство и юность мои отцвели в Орловском палисадничке. Гуляли мы на Болховской, торговались с купцами на Кромской площади. Исследователи, пишите про меня ваши исследования скорее. От юности моей знал я и поговорку, тоже на страницах изумрудного томика встреченную, особенно дед ее любил. Орел да кромы, первые горы, щурился молодо. Бабушка добавляла, елец всем ворам отец, ливный всем ворам дивный. Улыбнется, присядет за стол, как вдруг потемнеет за окном, громыхнет и вспыхнет, обрушится ливень, мать честная. Бабушка вскрикивает широко, закрестится, захлопывает окна, но гроза промчится мгновенно. Дождь отойдет, засияет солнце, над полем поднимется легкий порог, в воздухе запахнет орешиной, рванут выкупанные дождем кони и бодро покатят. Наша кибитка, плеща колесами по лужам колеистого проселка. Бабушка возьмет с собой меня в ежегодное паломничество на Успенский пост. Под малиновый вечерний благовест покинем мы город. Звенит оркестрик в кафе Фонтане, наяривает старые русские романсы. Льется рекой пшеничная, рядом вслипывают под знакомый полузабытый мотив. Подпевают по-русски. Подпевают по-русски. Шутишь, довольно слез, долой метание, вели закладывать, немедленно в путь. Куда прикажетесь? В Россию. Григорий Петров, конторщик счетоводства КФЖД и бывший русский поэт Харбин, 1934 год. Спасибо. Ну вот теперь. Теперь остались вопросы, да? Хорошо. Где у нас? Сейчас. Так, здесь прямо, да? Вы не скажете, что сейчас Иванов опубликовал, о котором вы упоминали? Я имею в виду автора, географ, Глобус, да. Вот у кого язык русский. Когда мы знакомимся с такой литературой, будучи преподавателями русского языка, удивляемся. У меня возникает такое впечатление, что если пишем о природе, то русский язык просто светится, блестит. На самом деле, великий язык. А вот то, что вы прочитали, это надо знать. Контекст надо знать. Это рисков, да. Дело в том, что, значит, сначала я отвечу на ваш вопрос, потом чуть-чуть скажу про то, что я прочитала. Алексей Иванов. Да. Действительно замечательный писатель, один из немногих, как раз один из немногих. Он из Екатеринбурга. Он из Екатеринбурга. И он вообще-то из Перми, а потом из Екатеринбурга, а теперь он скрывает, где он живет. Но, во всяком случае, он
пишет постоянно много и по-разному. То есть, в смысле, в разных стилях. Мы знаем, что у него были такие приключенческие романы, фэнтези, не самые удачные, но были один из лучших, мне кажется, вообще романов, написанных за последнее время. Это роман не «Ненастье», а 90-х, драматичный, страшный, увлекательный. Это, с одной стороны, такая драма психологическая человека, который оказался не у дел, а с другой стороны, боевик. И это прекрасная книга. Он написал сейчас два тома, уже вышел, «Табул», о Петре, о временах Петра Первого, о Сибири, о смене Сибири. Вот. Такая очень бодрая проза, и у кого есть вкус к исторической прозе, тем, конечно, «Табул» полюбится. Я отношусь к нему с огромным уважением, потому что он действительно, не останавливаясь, пишет и не иссякает это жило. Теперь, что касается пейзажа, это очень верное наблюдение. И тут недавно я занималась в одной мастерской литературной. Было дано задание сначала прочитать, принести на следующий день лучшие, по мнению слушателей, пейзажи. И все пейзажи, как один, были из русской классической литературы. Потому что они там заглухают, цветут, небо, жаворонки, сияние, всего этого в русской литературе очень много. А на следующий день было задание принести диалог, лучший диалог в мировой литературе. И русских диалогов было очень мало, потому что русские диалоги из классической литературы обычно многословны, несколько вялые, и лучшие диалоги, в общем, в итоге оказались у Селлинджера, даже не у Хемингуэя. Селлинджер замечательно емкий и краткий, и ничего лишнего. Ну, наверное, Пушкин бы тоже сюда пригодился, но не более. То есть вот диалог, драматизация, драма, такая с точки зрения событий, событийности, хуже, видимо, русскому письму удается. А что касается кусочка, который я прочитала, этот рассказ называется «Речь», и он переполнен цитатами из Лескова, потому что я, так что вы Лескова, не сияет для вас, жалко, потому что я предполагала написать биографию Лескова стилизованную, и мне хотелось придумать автора, который эту биографию Лескова напишет, и мне хотелось, чтобы это был человек, у которого острая ностальгия по русскому языку, поэтому я придумала такого эмигранта, ну, конечно, нет в природе, который вот живет, тоскует и не знает, как ему вернуться, вот к этой звучащей родной речи, и однажды стучит в ярости на себя, на жизнь, на обстоятельства, на жену по книжному шкафу, попадает непонятная книжка, это Лесков, и он читает фрагмент из замечательного рассказа Лескова «Грабеж», и вдруг вот этот холод, этот снег, которого он так ждал, настоящий, свой, узнаваемый, ему открывается, и он решает, вот так я поеду в Россию. Я напишу биографию Лескова. Я даже была Майя Мещерская на вся, эту биографию Лескова стилизованную, но она отошла от этого замысла, фрагмент этот остался как законченный, а сейчас я просто пишу биографию Лескова без всякой стилизации. В серии «Жизнь замечательных людей»? Да. Я, Галина Иванова, хотела задать такой вопрос. Вы, Майя, в силу своей профессии, деятельности общаетесь с большим количеством молодежи. Вот насколько охотно читает молодежь, чему отдает предпочтение, ну и что читают студенты конкретно? Спасибо большое. Вопрос, конечно, болезненный, потому что мы сегодня как раз уже даже это обсуждали. Я сначала как преподаватель вам отвечу. Вот я уже 14 или 15 лет, я не могу считать, наверное, 15. Преподаю русскую литературу. И первые 10 лет из этих 15 я преподавала ее журналистам, не филологам. Сейчас преподаю и тем, и тем журналистам, и филологам. И журналисты 15-летней давности серьезно отличаются от сегодняшних журналистов. Они уже об Илиаде, Гомере, об Одиссее, которые те читали, я требовала об этом речи просто нет. Список литература стремительно сокращается, обязательно к прочтению, и даже этот сокращенный список они читают все больше скрипом,
и все большим ощущением, зачем нам это надо. Мы не понимаем. Вот, понимаете, ну, действительно, не моя мысль, она мне близка, я думаю, так и есть. Время ускорилось, и для нас, для тех, кто учился в конце 80-х, начале 90-х, 19 век был намного ближе, чем для тех, кто учится сегодня. Прошло не 30 лет, а прошло как будто бы еще 2 века. И то, что для нас было античностью, старой, древней, интересной, любопытной, теперь в эту античность превратился 19 век русская классика для современных молодых людей. И я не нахожу слов и убедительных каких-то аргументов в пользу чтения. Единственное, что делаю и что делают все, мы, конечно, обсуждаем экранизации. Вот «Война и мир» недавно была экранизирована, да, Анна Каренина. Мы как-то выходим за пределы книжной страницы, да, и смотрим вокруг, но это до конца не спасает. И, конечно, читать, особенно классические тексты, все с большей неохотой, современные молодые люди. Но читают ли они вообще, то, о чем вы спросили, а вообще это читают? Есть ощущение, что не слишком, и что страшно ограничен круг тех авторов, которые они читают. Ну вот, по-прежнему, как ни удивительно, любим Ремарк. Вот Ремарка девочки любят, всегда хотят его обсуждать. Селлинджер уже устарел. Конечно, читают Пелевина. Вот если я спрашиваю, кого из современных авторов вы знаете, и передо мной сидят студенты, обязательно называют Пелевина. Пелевина не знают. За фантастику, да? Ну и кто-нибудь, конечно, говорит Роулинг, смеется. Да? Не совсем это не русский автор. А Деревенщиков? Простите? Шукшина, Распутина? Все это уже для наших студентов. Примеры, как для нас, были писатели 18 века. Как-то так. То есть это что-то такое давнее. Они рассмеются, конечно, и мы знаем, что на спектакль по рассказам Шукшина, который поставил Евгений Миронов уже около 10 лет назад, по-прежнему аншлаги, и по-прежнему люди с удовольствием приходят. Но спектакль легче отсмотреть, чем книжку прочитать, правда? Это тебя развлекает, ты сидишь, хлопаешь глазами и любуешься, чем полкоматом, да, и все. А с книжкой по-другому. Так что, кажется, примерно ответила. Так что с чтением плохо, а с чем хорошо? С писанием. Вот действительно, писать люди хотят. Вот что-то изменилось. Описывать свой опыт. Рассказывать о том, как они прожили этот день. И делиться друг с другом. Мы это хорошо знаем по социальным сетям. По Фейсбуку, по ВКонтакте. Вот главные, да, два места, где молодежь живет. И, ну, Инстаграм, конечно, с подписью к фоточкам. Вот это все да. То есть я не считаю, понимаете, ну, можно ужасаться, да, и плакать. И, конечно, ощущение, что ты уже из прошлого, меня тоже часто посещает, и что какая-то другая цивилизация, уже сейчас не про советскую, а такая цивилизация чтения тоже уходит, просто почти уже ушла туда вниз на дно, есть. С одной стороны, это так. Это, ну, мне как принадлежащей к этой цивилизации, это бесконечная печаль. Но все-таки наблюдать за тем, что происходит, и думать, почему так, тоже любопытно. Ну правда, почему людям теперь, раньше было интересно читать книжку, и книжка была зеркалом для них. Они себя узнавали в книжке, а теперь им интересны другие зеркала. Им интересно описать непосредственно самого себя своими словами или сфотографировать. Теперь смотреть в такое зеркало, и окружающих тоже. Ну вот просто мир немного движется, меняется, и в общем, это даже занятная жизнь вообще должна меняться. Хорошо. Пожалуйста. Меня зовут Наталья. Я хотела сказать, что я вот являюсь очень большим поклонником творчества Людмилы Улицкой. И когда-то, вот много лет назад, у меня очень сильное впечатление произвел ее роман «Казус Куковского». То есть вот я неоднократно его перечитывала и периодически возвращаюсь. Почему-то я получаю очень много инсайтов личных от этого произведения.
Но вот я хотела вас спросить, может быть, вы посоветовали бы кого-нибудь вот из авторов, которых вот обошли так вот такими вот литературными премиями, ну, немножко так обидели, да, но вы все-таки считаете, что они, ну, внимание требуют, ну, читательского. Вот кого бы вы могли порекомендовать, что, или я, может быть, прослушала этот момент, когда в вашем выступлении. Вот хотелось бы конкретно авторов. Сейчас скажу. Но вот недавно я дочитала один роман, он еще даже не вышел, зато вы будете первыми. Я извиняюсь, что вы сказать, что я вот не Настя тоже прочитала Алексея Иванова, она тоже очень глубоко прочитала. Кого бы еще можно было бы прочитать? Да, вот расскажу вам о романе, который только готовится к публикации и выйдет минимум. Лишь в начале следующего года, ну, не так долго ждать. Есть такая замечательная писательница, Марина Вишневецкая ее зовут, и она написала «Из жизни в языка» роман. И это роман долгожданный не только потому, что Марина Вишневецкая давно не писала, около 10 лет, а и потому, что он очень точно, очень тонко описывает как раз современную жизнь. Вот я говорила, что не пишет авторы, а Вишневецкая решилась, написала, придумала прием, нужен же язык для описания современности. И современность московская, суетливая, очень разная, не очень хорошо получилось. Там все есть, и смс-ки, и нон-фикшн, который читают ее герои, и протестное движение, они оказались на площади, и переезд за границу, какие-то герои уезжают, какие-то нет. Ну, то есть очень узнаваемая Москва 2014-2015 годов. И совершенно виртуозно описана. Она, это еще прекрасная художественная проза. То есть вот и никаких премий последние многие годы Марина не получала. По понятным причинам она и не писала. Дальше. Вы знаете, как это неудивительно, всех авторов, которые мне так или иначе понравились, они как-то засветились. Но я очень люблю прозу Михаила Шишкина, и я его имя не открою для вас. Да? Я люблю Лавр Водолазкина, я люблю, как и вы, Улицкую, особенно ее рассказы. Я прочитала сейчас еще один неопубликованный роман, точнее повесть «Письма Соломонову», который написал критик Николай Александров. И тоже надеюсь, что они выйдут. А эти письма Соломонову, они прекрасны своей абсолютной неконъюнктурностью, таким нежеланием никому угодить. Вот такой, можно сказать, современный Розанов, отчасти Венечка Ерофеев, который описывает, что он думает, что он чувствует. И эта книга точно не войдет в премиальные списки. Что бы еще такое напоследок сказать? Ну, скажем, все очень хвалят книжку Владимира Медведева «Захок». Это книга о Таджикистане 90-х. О войне, очень жестко, она только что вышла, она уже не вошла в короткий список большой книги, так что большая книга ей не грозит. И это сильный роман, я только начала его читать. Он действительно захватывает с первой же страницы, потому что там очень драматичный сюжет. Но это вот такая, да, распадающаяся тоже Советская империя, 90-е годы, трагические события. Очень ярко написанное сочинение. Я люблю прозу Петра Олешковского, который получил, впрочем, премию Букер в прошлом году «Крепость», но был так жестоко обруган за этот роман, что мне снова и снова хочется Петра Марковича защищать от его оппонентов. Это очень традиционная, этим она многих раздражила, но очень качественная проза. С одной стороны, опять, как всегда, по тому же лекалу, с одной стороны, там
есть историческая линия, Золотая Орда, прекрасно описанное вот это монгольское войско, а с другой стороны современный археолог, который пытается эту старину спасти. Это сын Юза. Можно еще вопрос? Простите? Сын Юза. Это племянник. Они в родстве, но не дружат. Да, пожалуйста. Работаете с молодежью, тогда вам, как говорится, карта в руки. Очень бы хотелось узнать вот ваше мнение или об основных чертах человека, героя нашего времени, современного человека. Но не в целом в России, а как бы в двух ипостасях. Московский вариант, московское издание и человек из провинции. Есть вот между ними какая-то, ну, отличительная особенность, не в смысле хорошо или плохо, а какие-то свои качества, потому что я все-таки считаю, что вот есть московская национальность, есть сибирская национальность, ну и так далее. Спасибо, это хороший очень вопрос. Мне часто его задавали, а я его не понимала долгое время, потому что его интерпретировала как филолог. Я сразу вспоминала роман Лермонтова «Герой нашего времени» и думала, что меня спрашивают про героя в лермонтовском смысле, того человека, который идеально точно представляет современность. Он не герой, да, можно назвать Печорина героем, он не сделал ничего героического, скорее наоборот. Но он герой времени, потому что он выражает некоторые черты этого времени. Да, там, в случае с Лермонтовым – байронизм, разочарованность, скуку, желание себя развлечь вместе с глубокой одаренностью душевной. И долго я отвечала на этот вопрос так, пока однажды где-то меня не просветили и сказали: «Да нет, да подождите, а как же библиотекари, врачи?» Я так поняла, боже, меня спрашивают, видимо, и все это время спрашивали про другого героя времени. Я не знаю, в каком смысле спрашиваете вы, поэтому я на оба варианта отвечу. Герой, в смысле герой, героический. И вы знаете, у меня даже был такой проект, было время, относительно недавнее, когда мне было, я бы сказала, в кризисе глубоком, и душевном, и творческом. И я ходила из него так. Я ездила по России или просто оказывалась там в командировке, или ехала сама, и приезжала и искала хороших людей, что называется. И в итоге сложилась такая целая книжка. Ну, я ее, наверное, уже никогда не напишу, поэтому так свободно о ней рассказываю. Может быть, это будет материал для другой книжки. Я встречалась с людьми, которых кто-то считал хорошими. Я, правда, все время пыталась принести слово «праведник», но кто такой праведник, никто меня не понимал. И тогда я находила какие-то синонимы: энтузиаст, тот, кто делает не для денег, тот, кто пытается служить людям, тот, кто пытается приносить добро. И куда бы я ни приезжала, эти люди там находились. И они были абсолютно разных возрастов. Скажем, в одном эстонском городе это была замечательная, очень немолодая дама, которая, конечно, если бы я узнала, что я ищу праведника, если бы она узнала, что я ищу праведника, никогда в жизни со мной не согласилась говорить, но меня предупредили. Скажи, тебе просто интересно с ней поговорить. Вот. И она действительно, пока мы говорили, несколько раз дала звонков в телефонах. Она очень скромная женщина. Она говорила: ну что ж, чем я могу быть вам интересна? И время от времени кто-то звонил, и это были бесконечные старушки, которых она опекала, подруги мамы, а ей самой уже 70, да, то есть этим бабушкам, еще там больше, там под 90. И вдруг этот человек передо мной раскрылся. В другом месте это оказался парень-гармонист, который совсем молодой, но организует фестиваль, и он там играл на баяне, и тоже удивительно своим светом все озарял. В Москве, разумеется, такие люди и в Петербурге тоже есть. И они, мне кажется, не сильно отличаются. Мне понятно, что вы имеете в виду, когда говорите, есть московская порода, есть не московская, понятно.
Москва более сытая, более благополучная, более насыщена событиями разными. И это вызывает понятное отторжение. Но люди, которые занимаются служением другим, везде одинаковые. Понимаете, это всегда. И там, не знаю, погибшая доктор Лиза, скажем, по-моему, из таких. И я знаю еще немало тех, кто, собственно, всю свою жизнь, да, человеческую, тратит на то, чтобы как-то помогать. И даже те, кто не всю свою жизнь тратит, но изрядную ее часть отдает этому, и в этом служении другим они все радуются. Им всем доставляет радость как-то исправлять чужую жизнь. Еще один пример, последний. Тоже вот вам московская штучка. Сначала питерская, потом московская, классическая. Дуня Смирнова, да? Режиссер, богема, сценарист. Ну, казалось бы, вот что тут, где тут, герой она времени или нет. Но вот эта штучка, да, начинает заниматься детьми, аутистами, открывает свой фонд. Да, у нее есть возможности, но мало ли у кого есть возможности, другие фонды не открывают. И 4/5 своей жизни тратят на то, чтобы помогать, просвещать, объяснять, что это, объяснять в первую очередь родителям и детей аутистов, и тех, кто учится с ними в одном классе, что это не какие-то сумасшедшие, а особая форма заболевания, и даже не совсем заболевания, но, в общем, заниматься просветительской деятельностью. Вот вам герои времени, которые пытаются этот мир изменить. Вот так, так она супруга... Вы этому видите? Известнейшего. Да, она супруга Чубайса, что позволило ей на старте открыть этот фонд. Да, безусловно. Но много ли вы знаете других супруг, известных чиновников, известных людей, которые открыли фонд? И вы их не назовете. А тут мы легко называем, а мы уже понимаем, сколько у нас чиновников. Этих сотни, их тысячи. Дуня такая красота. Надо Чубайсу еще раз жениться, потому что его предыдущая жена... Я бы не стала это обсуждать. Слушай следующий вопрос. Первый Москве после. Давайте немножко вернемся к вашим книгам. Вот вы сейчас произнесли, про себя надо не говорить, я не спрашиваю, но я хочу поговорить хотя бы о названии книг. Вот вы сейчас произнесли там замечательный такой «Праведник». А о нем сейчас почти не говорят, не употребляют. И вот у вас интересно, что вот две первые ваши книги, там вот главные действующие лица – священнослужители. Mm-hmm. Да? Вот. Ну, я их не читал, к сожалению, но я вам обещаю, что прочту обязательно. Особенно вторую, которая называется «Современный материк». Mm-hmm. Вот я бы сначала хотел маленький такой вопрос. Вот за то это название вы анафеме не подверглись. Вы понимаете, что ты нам несешь, потому что материк – это житие святых, это жизнеописание святых. Вот. И если тут у нас такой подзаголовок, что там, значит, несколько это пишется там, сборник анекдотов, рассказов различных, то я думаю, что у наших РПЦ-ов к вам претензий нет, их не было. Это долгий вопрос, я сейчас готова. Нет, я немножко. Это как бы предварительный вопрос. А сейчас я вам просто, типа тему вам предложить. Вот, это все касается, что вы видите Русской Православной Церкви. Вот сейчас у нас в Москве несколько недель была давка, привезли мощи Николая Угодника. Кажется, уже увезли. Да, сразу увезли. Но вы понимаете, я не знаю, я весь этот старший священник, я не сам увлекался, когда-то изучал богословие. Вот для меня вот это вот явление, вот когда миллионы людей со всей страны ездили туда, чтобы прикоснуться, чмокнуть этому раку с мощами. И представляете, это столетие, этого явления не было. И ни у одного отца церкви, учителя церкви не было такого отношения. Не было. Во-первых, ну да, это можно принять как почитание святых, это одно дело. Когда ты почитаешь святых, когда человек святой, когда его память, когда он признан церковью. Когда люди, вот, не кажется вам, что это где-то вот, обязательно, это какое-то типа безумие, которое обязательно... Я вас поняла, спасибо. Угу.
Значит, первый вопрос был про современный материк, и не предали ли меня анафеме. А второй вопрос был про то, зачем люди едут к Николаю, в таком количестве стоят в очереди, и чего они хотят. Я так его понимаю. И не безумны ли они? Значит, отвечаю про «Современный Петерик». «Современный Петерик» — это первая моя такая известная книжка. Это сборник рассказов о современных христианах. И это способ рассказать об этих христианах, которые вчерашние комсомольцы и пионеры, и коммунисты, и пришли, в, или не коммунисты, но во всяком случае не комсомольцы, хотя таких почти не было, которые, тем не менее, пришли в церковь, и как они себя там чувствуют. Пришли в монастыри. И я попыталась написать такое большое панно. Это сборник, очень много там разных историй. Рассказать о том, как это, как эти люди себя чувствуют в церкви, что они там делают. Эта книга получилась полная юмора и слез. И она написана, конечно, с огромным чувством любви и к церкви, и к христианам, и поэтому не заметить ее было невозможно, и анафеме, я думаю, от анафемы ее именно это чувство и спасло. Хотя в свое время, когда она вышла, впервые она вышла в 2004 году, был резонанс, и были споры, и было непонимание, и многие решили, что автор, то есть я, смеется над тем, что для нас свято. Ну, там, если есть улыбка, то она адресована вовсе не по отношению к святыням, а скорее по отношению к тем искажениям, неизбежно сопровождающим любые явления, в том числе веру. Да, и была шумная история уже относительно недавно, в позапрошлом году, в Новосибирском театре, где запретили ставить маленький рассказик из этой книжки «Современный Петерик» про православного ежика. Это была история о ежике, который всех заставлял креститься зверей, и она, конечно, была пародийная, и она пародировала вовсе не обряд крещения, как вы догадываетесь, а то, что человек, существо, некоторое берет на себя дерзость решать за другого, да как его лучше. Это об этом, о насилии история была. Но, тем не менее, отдельные православные верующие в Новосибирске испугались, и спектакль прошел ровно один раз. И триумфально был закрыт. Триумфально для меня, потому что обо мне все сразу узнали, звонили мне, а я сказала, что комментариев я давать не буду. Что тут комментировать? Все, что я хотела сказать, я уже сказала своим текстом. И опять-таки, это все-таки была не анафема. Что касается поклонения мощам святителю Николаю. Ну, тут две, можно сказать, вещи. Первое. Во-первых, фрагменты мощей святителя Николая есть и в других московских храмах. Можно прийти и им поклониться. Для этого не нужно стоять в очереди. Второе. Тем не менее, люди считают нужным это сделать. Я думаю, у этого явления особая природа, та же, что и у паломничества. Понимаете? Зачем люди идут в паломничество? Вот они преодолевают километры, иногда пешком. Раньше давали обеты дойти пешком до Киева и так далее, и попросить у Бога, скажем, исцеления ребенку. Зачем они это делают, если можно в Киев приехать, а сейчас можно посмотреть в интернете, как там выглядит Иерусалим, другие святые места, ради усилия. Совершается усилие физическое, трудное, и это усилие приносится в жертву Богу. И человек как свеча, это жертва. Она такая, в данном случае, это жертва с помощью мускулов, с помощью времени потраченного. И человек, видимо, предполагает, что за эту жертву Бог его услышит. Дальше вопрос веры. Каждого из сидящего, мы сейчас это точно уже не будем обсуждать, своя вера. Так или не так? Нужны ли Богу жертвы? Может быть, уже Христос все жертвы отменил и совершенно по-другому другие установления дал людям. Кто-то считает так, я так считаю. Кто-то считает по-другому, многие так считают. Пусть. Если кому-то от того, что он поехал в Москву, постоял 6 часов в очереди, поклонился святителю Николаю,
стала светлее и счастливее жить. Ну, кто я такая, чтобы его осуждать? И это, там действительно эта очередь состояла из приезжих, подавляющее большинство, это были, ну, видные по лицам, и некоторые из них были запыленные явно, они преодолели большое расстояние. Ну, они так чувствуют, так видят. Ну, зачем же нам со своими, значит, кирзовых сапогах идти в эту чужую веру, чужие представления? А, мы на это не поставлены. Если мы были там иерархами церкви, мы бы могли как-то этим заниматься. Я вообще писатель, да, я про другое, не знаю, кто вы по профессии. Так что здесь нет темы. Мне хотели дать тему, для меня здесь темы нет. Это не моя тема. Моя тема. Но тема тут подменяется идея христианства. Евгений Христос говорит о том, что вела, апостол Павел говорит, что вера без дел мертва. Вы понимаете, когда человек, да, поэтому я рассказываю делать эти дела. Не живет по заповедям, а когда ее смокнул. Все христианство, я хочу на этом завершить эту часть дискуссии, перейти к другим вопросам. Понимаете, все христианство – это личное дело каждого. Вот в чем его для меня невероятная притягательность. Никто с другого ничего не может сказать. Делай. Кстати, ты кто такой, мне говорит, делай. Не делай. Ты кто такой? Я себе могу сказать. Делай, Майя, встань. И иди и делай доброе дело. Вот это христианство. И так только каждый христианин тот, кто сам себе, только себе, ни родным, ни близким, ни ближним, ни дальним, никого не учит, учит только себя. И тогда это христианство. Вот это дело. Понимаете? А когда мы начинаем другим объяснять, что такое христианство, в чем оно истинное, все, мы перестаем быть христианами. Христианство – это только про себя. Ставлю это вам обратно. Сейчас я не жалуюсь. Майя, у меня вопрос. Да. Известна ли вам грань, которая отделяет низкопробную литературу от просто литературы, я имею в виду присуждение Нобелевской премии Светлане Алексеевича по поводу дела? Вы согласны или не согласны? И тут два вопроса открылось. Контрафанты, да? У меня еще и третий есть. Хорошо. По поводу Алексеевича. Я знаю, чем отличается литература, скажем, коммерческая и высокая, то, что мы называем, да, наследники Толстого и Шекспира, если мы в Англии, и наследники Дарьи Донцовой, чем отличаются. Я знаю это как филолог, потому что я этим занималась. Тем, что коммерческая литература построена на шаблоне, и радость читателя при соприкосновении с коммерческой литературой – это радость узнавания. О, вот тут должен быть, если это детектив, да, должно быть расследование, и оно будет тебе дано. Тут должен быть детектив умный, просвещенный, и он будет тебе дан. И вот этот отзыв на ожидание есть закон коммерческой литературы. А высокая литература пытается моделировать жизнь со всеми ее неожиданностями, непредсказуемостями. И когда мы читаем, ну, скажем, ту же Улицкую «Казус Котского», или любой другой ее роман, или роман Михаила Шишкина, или Водолазкина. Мы не знаем, что случится на следующей странице. Никакого шаблона нет. А есть только, наоборот, разрушение этого шаблона. И задачи у коммерческой литературы, у массовой и у высокой разной. Коммерческая развлекает, дает провести свободно, весело, ничего плохого нет. Легко, часов другой, третий, а литература высокая, наоборот, тормошит, заставляет задуматься, отвечать на самые страшные вопросы. Зачем я здесь? Что такое смерть? Что такое Бог? Что такое другие люди? То есть на самые глубинные вопросы бытия, в чем смысл человеческой истории и прочее. То есть у них разные задачи и разные устройства в итоге. Что касается Алексеевича и Боба Дилана, я оба раза радовалась. Потому что во второй раз я себе представила этих шведских академиков, которые сказали, уже люди-то в основном не молодые, между прочим, это же их молодость, сказали, а давайте Дилану дадим, и спели какую-нибудь дилановскую песню, и порадовались, потому что, ну, это их молодость, это их время любви и цветения, и очень были довольны собой. Я представляю, как они радовались и гордились таким своим решением, да, неожиданно. Да, ну, мне кажется, Леонард Коэн не меньше заслуживает Нобелевки, чем более, я его обожаю.
Дилан тоже свое время любил, но вот как-то так меньше сейчас откроем. Особенно почему-то в последнее время мне очень всегда нравился. А так вот, ну почему нет? Ну невозможно все время в эти накрахмальные воротнички забронировавшись в них жить. Ну можно сделать какой-то свободный жест. Ну позволили себе в Стокгольме этот жест. Ну и хорошо, я рада. Что касается Алексеевича, ну это была национальная гордость за русский язык, был награжден в ее лице русский язык, а русскоязычная литература, у меня нет какого-то там культа русского языка, но все-таки я русскоязычный автор и знаю, каково положение русскоязычных авторов на книжном рынке мировом, ужасно. Перед там издают нас очень мало за рубежом, только избранных, там, десяток, и это несопоставимо наши тиражи. Наши издания несопоставимы с тем, как издают, скажем, в Европе тех же французов, испанцев, англичан, друг другу, да, как они переводятся, немцев. Поэтому перевод, то есть награждение Алексеевича для меня было в первую очередь радостью вот этой. Наконец-то, да, 20 лет спустя, после Бродского взглянули на нашу сторону. Это раз. Два. То, что делает Алексеевич, вот эти возражения, она не литератор, есть и получше, ну, наверное, есть и получше. Но мы-то в Нобелевском комитету не указ. То, что она сделала, тоже очень хорошо. Она записала голоса людей, говорящих о самых страшных разломах истории 20 века. Да, ну, о войне, о Чернобыле, о 90-х, мне совсем идеологически не близка ее книжка «Время секонд-хенда». Ну и что? Потому что получилось, что 90-е – это время исключительно разрухи и всеобщей гибели и энтропии. Нет, я помню их другим, я помню много светлого и прекрасного, что произошло в 90-е. Я, в частности, в 90-е первый раз попала за границу, это была Америка, это было очень новое и интересно, и ярко, и свежо, ну и прочее. Для меня 90-е – это свобода, для Алексеевича все сложнее. Ну и что? Все равно она дала голос вот этим частным людям, которые рассказали, что такое история с их точки зрения. Так что ее награждение было для меня минутой торжества. И тогда в другую, Алексеевич, как вы относитесь к недавнему скандальному интервью, где она договорилась за того, что может понять мотивы жестокого убийства украинского журналиста-писателя Олеся Бузиной? Ну да, во-первых, интервью было непрофессионально взято, во-вторых, она не совсем это говорит, ведь всегда я как журналист хорошо знаю, что такое контекст и как легко из него вырвать, и в-четвертых, я не думаю, что она хотела таким образом оправдать убийство. Более того, из написанных ею книг мы видим, что она не только не хочет оправдать убийство и какую бы то ни было войну, а наоборот, ее книги в глубине своей совершенно специфичны. Это очень гуманная литература. Поэтому мне кажется, это обвинение абсурдным, да еще и построенным на непорядочности журналиста, которому было сказано, не надо, не надо поставить. Ну, что сказать. Спасибо. Последний вопрос, если такой есть в зале. Мы при этом не сказали, не разыграли книжки. Давайте сделаем трехминутный экспресс. А книжки? Я как раз и хотел сейчас с вами посоветоваться, если я правильно вам посоветую. Я думал так, одну книжку за вопрос о детской литературе, потому что там, по-моему, одна книжка как раз детская есть, да? Да, тоже давал. Да, я знаю. Потом вопрос о... Про Герой времени, Москва, провинция. Подходите. Тетя Мотя. Герой времени, это типичная героиня времени, это тетя Мотя. Совершенно не обязательно. Можете потом просто, ну или потом подойти. А Тейкет пошел. Тетя Мотя, это роман, да, как раз, который, как я уже рассказывала несколько раз про других, а про себя не сказала, что здесь тоже соединяется современность и история. Ярослава Начал. Потом, я думаю, вопрос был здесь. Спасибо. Здесь.
здесь был, просто не помню, потому что... Это был очень хороший вопрос. Про то, что читает молодежь и... И почему не читает молодежь. Но это рассказы. Это для меня книжка сейчас самая дорогая, потому что она последняя. Ну, еще давайте два вопроса очень коротких, и также такие же короткие два ответа. Если они меня пленят, то еще одна книжка рассказов из «Головного рыба». Их эта книжка про счастье. Конечно, должна один вопрос задать женщина. Ну, давай, поговорим на этот вопрос. Ну, если вопросов не будет, пожалуйста. И не меня, то все равно книжки. Скажите, пожалуйста, о чем мечтает ваша дочка стать? Кем? Журналистом, артистом или просто мамой? Спасибо. У меня две дочери. Какой имеете? Старшую или младшую? Ну, я не знаю, сколько у вас дочерей, но просто вы выберете, кто из них. Спасибо. Уже сформировалась. Действительно, вы задали. И предыдущий вопрос очень хороший, поэтому эта книжка ваша, сразу говорю. А у меня две дочки, я не сын. Сын в серединке, а дочки по краям. Старшенькая сейчас на перепутье. Она, как следовало за тобой, рассказывает, учится в Америке. И ей там и очень понравилось, и не очень понравилось, и она думает, продолжать ей или нет. О чем она мечтает? Вы об этом спросили? Вот бы узнать. Вот бы узнать. Потому что ее мечты меняются с такой скоростью в течение дня, что я уже перестала даже статистику какую-то вести. И просто отношусь к этому как к такому переливу птиц. Вот. Она не знает. Она не знает. Она ищет. Она в поиске. Ей 18 лет. Имеет право еще немножко подумать. Ну, а младшенькая прокатиться с мамой на велике. Вот было счастье. В эту субботу-воскресенье мы с ней катались, и она меня спрашивала, ты еще не уезжаешь? Ох, пронзая мое сердце. И я ей говорила уверенно, нет, пока еще нет. Так что ее мечты совсем простые. Спасибо за вопрос. У меня еще вопрос. Если можно. Я потому что тебе книжку оставила. Я вас услышал, слушал, и когда вы говорили, почему не пишут современные авторы про современность. У меня такой вопрос, как бы, я не знаю, правильно я вас формулирую. В 90-е, когда вот менялось все, да, это породило очень много литературы. Но. И мы можем даже сказать, что это было связано с политикой, да? То есть поменялась политика, люди начали писать и историю, и про современность, очень много всего. А сейчас, в последнее время, в России тоже поменялась политика, если мы сравним, допустим, да, 90-е, да, начало 2000-х, и сейчас она тоже другая, намного. Вот почему это не рождает литературу, потому что, как бы, вот вы же говорили, да, что писатели, когда государство или официально тоже не дает взгляд на историю, это занимается писателем. А почему писатель не занимается тем, что общественный строй у вас такой сейчас, ну, странноватый, скажем так, да, по сравнению с той же Америкой. Вот почему писатели на это не реагируют? Во-первых, значит, про 90-е сначала. Но все-таки слом, который произошел, да, в середине 80-х начал и завершился в 90-е, или не завершился еще даже, был гораздо глубже, согласитесь, чем то, что сейчас. Эти изменения, которые сейчас происходят, даже не слом, это именно изменения. Во-вторых, даже про 90-е долгое время литература не писала. Первые тексты о 90-х появились 10 лет спустя. Там Александр Ильичевский, Матисс, тот же Юзефович, Журавли и Карлики и другие. Стали писать, когда появилась дистанция. Все равно нужна дистанция. И в-третьих,
писатели этот перелом описывают. Но пока Facebook, они пытаются, его осмыслить. И опять же возвращаю вас, да, странно возвращать к роману, который не опубликован, но тем не менее, к роману Вишневецкой, который именно, о 2014 годе рассказывает, о демонстрациях, о людях, которые в Москве, кто выживают. То есть они пытаются, но это действительно очень сложно. В том числе, знаете еще почему? Ох, сейчас как неожиданную причину скажу. Чтобы о чем-то писать, это должно тебя страшно занимать. Страшно. Ну, скажем, Достоевский. Для него главным, одним из главных вопросов было существование Бога. И что будет, если человека оставить без Бога, и что будет, если ему вернут Бога. Да? И это его разрывало настолько, что все романы об этом так или иначе. Времена нынче идут теплохладные. Так, чтобы разрывало современного автора это, да, где я живу, что происходит, какой сейчас исторический момент. Таких людей даже нет, а писатель это же тоже человек, как ни странно. И поэтому, не пишут, потому что какие-то другие вещи занимают, но не эти, не исторические. Для этого нужен масштаб, кстати, определенный, и мышление, и личности. Ведь мы, по сути, говорим об историческом. Ведь, чтобы описать современность, надо быть историком, надо ее понимать, надо понимать, как она устроена. Надо уметь действительно от нее отстраниться, несмотря на то, что ты в ней в самой сердцевине. Для этого надо быть и умным, и образованным, и с холодным отчасти сердцем, как Чехов говорил, да, что надо писать с холодными руками, по-моему, говорил. Но нет у нас таких писателей такого масштаба, такой заинтересованности в этой теме. Вот как-то так. Поэтому они и не пишут. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.